Несмотря на то, что Тюменский госуниверситет вуз классический, в нем активно развиваются инженерно-технические направления. Так в ТюмГУ действует единственная в регионе лаборатория мехатроники и робототехники. Именно здесь в прошлом году проходил региональный этап WorldSkills Russia в этой компетенции. Открывшееся в этом учебном году в ВУЗе новое направление мехатроника и робототехника вызвало интерес у абитуриентов. В числе первокурсников 45 российских и зарубежных студентов. Программа направлена на подготовку бакалавров, занимающихся настройкой и эксплуатацией мехатронных и робототехнических систем для применения в автоматизированном производстве. Примечательно, что вовлечение студентов в профессию начинается уже с первого года обучения. Ребята даже успели принять участие в конкурсе «Славим человека труда», где заняли первое место. Самое интересное вот в этих соревнованиях, которые проходили, они проходили в двух номинациях. Это соревнования работников предприятий, которые уже трудоустроены, у которых есть большой опыт работы, и соревнования студентов. Причем проходили они в одинаковом формате. То есть студенты выполняли то же задание, что и опытные работники предприятий. Вот. Ну и как показал результат, студенты, ну вот проучившись фактически полгода, ну даже там чуть меньше, вот первый семестр, показывают сравнительно одинаковые результаты и уже готовы к работе на предприятиях. Благодаря новой современной лаборатории ВУЗ может проводить крупные научно-исследовательские проекты, а также выпускать профессионалов своего дела. Специалисты в данной профессии сейчас очень востребованы, поэтому трудоустройство на лучших предприятиях отрасли по всему миру выпускникам гарантировано. Проявить себя в инженерно-технической сфере в ТюмГУ могут не только специалисты. Так при ВУЗе действует Центр научного творчества и робототехники FabLab. В эту лабораторию каждый может прийти со своей идеей и воплотить ее в жизнь при помощи современного оборудования. Ограничений по возрасту нет. Здесь занимаются как школьники, студенты, так и взрослые. На недавнем областном конкурсе RoboFest отличились учащиеся школы отдаленных ТюмГУ и активные посетители лаборатории Иван Зиноров и Александр Арцер. Задача, которая стояла перед нашими ребятами, перед Ваней Александром, это езда по линии. Собственно, мы с ребятами собрали вот такого робота, у которого присутствуют датчики линии, контроллер и датчик расстояния. Для того, чтобы в случае появления препятствий робот мог остановиться. Инженеры FabLab утверждают, что главное в лаборатории не современное оборудование, а люди, которые приходят с желанием творить, создавать и учиться новому. Таким образом, ТюмГУ способствует личностному росту учащихся и каждому помогает реализовываться в разных проектах. Анна Ковалева, Николай Солдаев, специально для Евразион ТВ.